В Минске ко дню влюбленных зажгли огромные китайские фонари. Парк световых скульптур открыли в Центральном ботаническом саду. Организаторы оборудовали более 20 ярких инсталляций. 40-метровый дракон, панды, фламинго, фантастические сады. Какие культурные события нашего региона на уходящей неделе оказались самыми впечатляющими, расскажет Евгения Кухоронок. Русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков утверждал, в живописи все идет от образа к чувству и мысли, а в музыке от чувства к мысли и образу. Все же эти два вида искусства очень взаимосвязаны. Есть даже люди, обладающие цветным слухом, а также художники, умеющие создавать звучащие картины. Алексей Дворочкин рисует говорящие работы. Они имеют глубокий смысл и каждая свою историю. Персональная выставка молодого художника открылась в Гомельском областном центре народного творчества. Алексей не ограничивает себя в каком-то одном из художественных стилей. В его арсенале масло, кисти, тушь и перья. С их помощью он умело самовыражается на холстах. На неделе в Музее фотографии и печати прошел мастер-класс по цианотипии. Это альтернативный вид фотопечати, который появился в середине 19 века благодаря английскому ученому Джону Гершелю. С помощью цианотипии можно получить монохромное изображение голубого цвета. Кроме того, она позволяет наносить изображение на ткань и другие материалы. Сам процесс достаточно простой и недорогой. Нужны лишь реактивы и ультрафиолетовый свет. Цианотипией можно заниматься в домашних условиях и проявлять изображение под воздействием солнечных лучей или под специальной лампой. Словно живые предстали перед гомельчанами авторские куклы Сергея Дроздова. Персональная выставка мастера открылась в картинной галерее Гавриила Ващенко. Уже несколько лет Сергей Дроздов создает рыцарей, пиратов и фантастических существ. Каждого он наделяет особым характером и судьбой. Большое внимание уделяет деталям. Все оружие стреляет, а личные автомобили кукол заводятся и едут. Здесь же, в картинной галерее Гавриила Ващенко, стартует новый проект «Я художник, я так вижу». С 18 февраля до 31 марта жители Гомельской области могут представить в зале галереи собственную творческую работу. Ограничений к технике исполнения нет. Это может быть картина, инсталляция, скульптура, графика, гобелен или авторская кукла. Возраст участников и уровень мастерства не важны. От одного автора принимают не более 3 работ. Много концертов и акция по чтению вслух. Следующая неделя обещает быть не менее интересной. Гомельский городский оркестр приглашает на продолжение проекта «Мировые саундтреки». В программе самые знаменитые хиты, созданные для фильмов, мультфильмов и сериалов. Концерт состоится в ДК «Железнодорожников» 20 февраля. А 21 февраля в Светлогорск приезжает Белорусский государственный ансамбль «Песняры». Они привезут юбилейную программу, посвященную 50-летию коллектива. 23 февраля в Хуйниках выступит Национальный академический народный хор имени Титовича. В этот же день только в Гомеле пройдет концерт группы «Бумбокс». Кроме того, в Международный день родного языка Гомельская областная библиотека имени Ленина приглашает гомельчан и гостей города принять участие в акции «Читаем вместе». 21 февраля ученые, литераторы и студенты прочитают вслух выдающиеся произведения Шемякина, Мележа, Науменко и Макаренко. На этом все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухоронок и Евгений Макеенко. Культобзор подготовлен специально для программы «Новости недели».